Вы когда-нибудь были на свадьбе? Нет. На свадьбе я никогда. Я ни разу. Я был у моей мамы, есть двоюродный брат. Благое живет, где моя мама родилась. Я сходил там на свадьбу. Что обычно дарят на свадьбу? Рукоделие можно сделать. Открытку. Цветы. Конфеты. Очень разные подарки. Свадьбу подарили козла. Пожелания. Почему люди чаще играют свадьбы летом? Потому что погода хорошая. Можно ходить в таком платье, которое с недлинными там рукавами. Больше кто-то летом делает из-за этого. А зимой просто все будут вот так дрожать и смотреть. В платьях выйдешь, и очень будет холодно. Еще платье в стебу будет мокрое. А если будет, например, осенью, то все будут грустить. Это такая свадьба смертных будет. Почему невеста должна быть в белом? Потому что белый, он светлый, красивый. Лучше подходит на свадьбу. Белый с черным – это как инь и янь. Это типа сочетаются такие цвета. Светлые цвета больше всего нравятся людям. А сколько гостей допустимо на свадьбу? 12-13. Где-то 5-10. Нет, не 10. Даже 6. Не 10, даже 40. Даже 50 бывает, даже незнакомые приходят. Можно 20, 10, ну где-то в этих часах. Можно 40. На это нашу свадьбу пригласили, наверное, человек 50. 50 это очень много, толпа такая была. Что значит кольца? Любовь. Для того, чтобы вообще свадьба, для того, чтобы запомнить друг друга или как-то. Если его снять, это значит, что уже... Вы не женаты. В честь любви. Символ соединения. Если не будет кольца, то это можно даже сказать не свадьба.